Сейчас мы приехали в семью, где 8 детей, 2 семьи проживают, с нашим погорельцем, многодетной семье. Благодаря Елене Сергею и дочери Алисе из Москвы мы привезли вот 2 продуктовых набора. Праздники закончились, а, к сожалению, еще не все деньги детки были выплачены и тому прочее, и семье совершенно нечего кушать. У них как бы одежда уже появилась, люди привозили одежду. Привозили игрушки. Доволен? Спасибо огромное, дорогие друзья, за то, что вы помогаете людям попасть.